Всем добрый Здравствуйте. вечер. Давайте потихоньку начинать. Вот. Сегодня у нас калибрация моделей. Но перед тем, как перейти к калибрации, хочется начать подхватить с того, на чем закончили в прошлый раз. Потому что, ну так, наверное, не настолько глубоко разобрали, насколько хотелось бы. Вот, а тема очень важная – это рок-аук. Поэтому я сначала расшарю, собственно, ноутбук прошлого семинара. Я думаю, мы не будем его заново прогонять. Вот, просто прыгнем сразу в то место, где у нас появляется рок-кривая, и еще раз немножко поговорим про нее. Вот вначале давайте спрошу вас. Значит, мотивация за рок-кривой. Вот зачем нам нужна рок-кривая, если у нас есть там, я не знаю, доля правильных ответов, precision, recall, F1 мера даже, если мы хотим что-то сбалансированное взять между precision и recall. Зачем нам вообще какая-то рок-кривая? Ну, рок-кривая более объективно оценивает, она сочетается в несколько метрик, скажем так. Вот, наверное, даже больше, чем F-мера. Ну, она немножко в другом отношении их считает. Вот, вот у нас для того, чтобы посчитать precision, recall и вообще все-все-все, нам что нужно сделать? Ну, нам нужно построить матрицу ошибок и посчитать, соответственно, там просто по формулам. Ну да, мы получим классификатор, вот, и он нам, допустим, выдаст какие-то, ну, числа, там, назовем их уверенностями. Мы, кстати, вот как раз более детально об этом сегодня поговорим в калибровке, в калибрации, вот. Но, тем не менее, вот он нам выдал какие-то числа, там, удовлетворяющие формальному определению вероятностей, допустим, да, то, что там суммируется в единицу и все прочее, прочее, неотрицательное. Вот, для каждого объекта. И вот все, у нас все готово, то есть мы можем уже считать precision, recall и F-меру. Что нам еще нужно задать, чтобы посчитать эти метрики? Ну, спорный вопрос, наверное, не смогу ответить. Мы же смотрим на качество самого классификатора как такового, как он это все определяет. Ну, то есть и
если у нас классификатор сам по себе плохой, да. как сама плоскость разделяющая, угу. то ну, меры нам особо ничего не дадут, они просто будут плохими. Вот, а порог здесь где фигурирует? Сейчас не помню. Вот смотрите, у нас precision recall, вот нам классификатор выдал какие-то числа, да? И у нас precision recall существенным образом будет зависеть от порога. Вот, как бы на одном и том же, по сути, классификаторе, в зависимости от того, какой порог мы поставим, то есть мы хотим быть очень уверены в своих предсказаниях, там мы поставим высокий порог, да, у нас будет высокий precision, низкий recall. Или наоборот, мы хотим поменьше пропустить, ставим низкий порог. Вот, у нас получится, вообще говоря, разные значения. Вот, поэтому, чтобы корректно сравнить, допустим, два классификатора и не зависеть вообще от ну, какого-то выбранного порога, который мы сами можем выбрать в зависимости от того, какая задача, собственно, перед нами стоит. Вот, но классификатор от этого не поменяется. Так вот, чтобы как бы посмотреть все-таки хороший или плохой классификатор и поставить его в более широкий контекст, вот, и, собственно, нужна рок-кривая. И рок-кривая, она, по сути, делает свертку своего рода по различным значениям порога. То есть мы для каждого классификатора пробегаемся по всем значениям порога, вот если грубо, и получаем какое-то число. И уже эти числа сравниваем между собой, то есть у разных классификаторов. Потому что так, вот нам сказали, там у кого-то одного классификатора такой precision recall, у другой, там, у другого другой, ну, непонятно, да, то есть с каким порогом это было посчитано. Даже если порог одинаковый, может получиться так, что один показывает хорошие значения precision recall вот только в этом значении порога, а во всех остальных как бы он существенно проигрывает. А мы взяли это значение порога и сравнили, и сказали, что один лучше другого. Вот. По сути, нам просто, допустим, повезло с порогом. Даже если мы захотим их сравнить по какому-то одному значению порога, мы зафиксируем его. Вот. Ну, вот этот момент понятен, почему так некорректно сравнивать два классификатора. Вот в чем, ну, проблема, как бы, если мы сравниваем алгоритмы, проблема precision, recall, вот, и, ну, из-за чего вообще появляется разговор о рок-кривой? Ну да, то есть это еще одна метрика, которая позволяет, скажем так, учесть еще и влияние порога. Вот. Причем ну, не в конкретной точке, а во всех возможных. Ну да, то есть у нас все эти метрики, которые precision recall, они определены как бы с точностью до порога. То есть если говорить о них как о функциях, да, то это как бы функции от порога. А мы хотим ну, функцию, то есть это функция от модели и от порога, по сути, наши вот эти вот все precision, recall. Вот, а мы хотим не зависеть от порога, мы хотим какую-то функцию только от модели. Да, вот как бы что-то получить от одной модели, от другой и сравнить. И поэтому что нам нужно сделать? Нам нужно просто как-то схлопнуть, пробежаться по разным значениям вот этих точек, которые нам мешают, да, пороги. Ну и просто посчитав в данном случае площадь, мы как бы получим ту самую свертку. То есть мы в каком-то смысле просуммируем и отнормируем, да, потому что если мы будем как бы смотреть площадь под кривой, как бы площадь это интеграл, там, интеграл это в своем роде суммирование, вот, ну, то есть по сути мы просуммируем и отнормируем показатели метрик по всем значениям порога. Вот. И давайте теперь
еще раз посмотрим, как, собственно, нам это значение получить на сам алгоритм. Ну, собственно, то, как выглядят эти рок-кривые вот на реальных примерах, и то, давайте разберем еще раз, как эта кривая строится. Значит, вот здесь вот у нас по оси Y true positive rate, по оси X false positive rate. Вот, true positive rate – это всем известный recall, то есть это доля правильно предсказанных объектов положительного класса. Вот, по оси X false positive rate – это доля неправильно предсказанных объектов отрицательного класса. Вот, но сами по себе вот эти метрики, вот эти названия немножко могут запутать, что тут на самом деле надо понимать, что тут на самом деле происходит. Вот как бы у нас в знаменателе true positive rate стоит число объектов положительного класса. То есть это все возможные объекты, ну просто их число положительного класса. Вот сколько там реальных объектов было. Вот. А, ну, соответственно, если мы нашу, ну, нормируем к единице, вот можно было сказать так, что по оси Y мы делаем столько шагов, сколько у нас объектов положительного класса. Вот. Но поскольку у нас мы хотим это все упихнуть в единичный квадрат, мы, по сути, как бы нормируем на это число. Вот. И у нас получается, можно себе представлять так, что у нас засечек на оси Y вот столько же, сколько объектов положительного класса. То есть, если вы посмотрите, вот эти кривые, они, ну, это не какие-то функции гладкие, а это мы просто прыжком таким дискретным перемещаемся либо вверх, либо вправо. Ну, можно, может еще быть движение по диагонали. Там это специальный случай, мы о нем позже поговорим. Но вот основное, что мы начинаем из точки 0,0 и двигаемся либо вверх, либо вправо. Вот, и мы поняли, что у нас по оси Y поскольку у нас в знаменателе число объектов положительного класса, да, то у нас, в принципе, вот число как бы засечек, в котором мы будем двигаться, это число объектов положительного класса. По оси X, соответственно, у нас вот в этом false positive rate в знаменателе число объектов отрицательного класса. Вот. И получается по оси X число засечек – это число объектов отрицательного класса. И то есть, по сути, у нас как бы разложены все наши реальные объекты здесь, да, в каком-то смысле. По оси Y – это положительный класс, по оси X – это отрицательный класс. И теперь понятно, что вот если мы как бы будем двигаться по этим объектам, вот мы вот разложили как-то, да, наши предсказанные объекты, вот, и мы по ним двигаемся, вот, и что-то по ним смотрим, что-то по ним считаем по каждому объекту, и в зависимости от этого мы сдвигаемся либо вправо, либо вверх, либо по диагонали. Вот. И понятно, что вот если у нас число движений по одной оси – это число положительных объектов, по другой – это число отрицательных объектов, то мы таким образом из точки 0,0 всегда придем в точку 1,1. Ну, потому что у нас просто число шагов, как бы, да, это число всех объектов.
Вот, мы обязательно придем в точку 1.1, потому что мы, когда как бы пройдемся по всем объектам, неважно, там на каждом из них мы будем шагать либо вверх, либо вправо, либо по диагонали, мы всегда будем двигаться вот, в направлении точки 1.1 и каким-то путем к ней придем. Вот. А каким, это зависит от качества нашего классификатора. Так, вот здесь вот понятна схема построения. Вот, ну, так, как сказать. Ну, архитектура, что ли, вот этого графика. Что здесь вообще? Можно попробовать резюмировать. То есть у нас, еще раз, вот, скажем, каждой точке на вот этой вот рок-кривой соответствует какому количеству, какому доле, я бы сказал, наверное, если это корректно, позитивных предсказанных классов, какой доле соответствует негативная доля предсказанных классов. Каждая точка отражает это, получается. Вот, или да. Не совсем. А вот смотрите, вот здесь вот может быть даже лучше. Ну, вот здесь это... на 0,3, допустим, положительных. Вот сколько у нас здесь, давайте так, да, вот у нас тут все расчерчено как раз. Вот сколько у нас всего объектов и сколько объектов каждого класса. Вот если у нас, ну, вот так рок-кривая построена, то есть... Сколько, можете восстановить, сколько здесь? Ну, по 5 объектов. Вот нет. Нет? Нет, да. Вот эти... А почему по 5? Ну, это, я подумал, что 0,0, 0,2, 0,2, 0,4, 0,4, 0,6, 0,6, 0,8, 0,8. А, ну правильно. 0,1. Все правильно, да. Я, наверное, плохую терминологию использовал. Наверное... Здесь лучше говорить не о засечках, вот они здесь вот лишние совершенно, они ничего не обозначают, эти засечки, они только путают. Вот здесь засечки, давайте считать засечками красные линии. Вот в моей терминологии вы совершенно правы, да. Но давайте вот как бы забудем. Это просто стандартные числа, которые, да, на графике отобразились автоматически. Вот, но содержательно, вот то, о чем я говорил, это отображают красные линии, вот эти как раз. Если мы ориентируемся по красным линиям, сколько здесь объектов? О, ну, true positive rate 4 объекта, если не ошибаюсь. Да. Раз, два, три, четыре. False positive rate 2 объекта. Мы смотрим, что... все, да. Отлично. Да, все правильно. Вот, и здесь получается 6 объектов у нас всего. Вот. И, значит, на самом деле, вот в таком виде можно сказать, что... Ну ладно, хотя не буду, а то боюсь еще больше запутаю. В общем, то, что я хотел сказать, что, наверное, даже лучше было бы, если бы мы откладывали вот просто одинакового размера, допустим, единичный шаг на каждый объект. Вот, и у нас было бы, допустим, там, у нас был бы не квадрат, был бы прямоугольник. И по оси Y мы бы, допустим, отложили там 4, по оси X мы бы отложили 2 в данном случае. И вот двигались бы по такому прямоугольнику. И вот в каком-то смысле, мне кажется, это было бы интуитивно проще. А потом, когда мы уже все построили, мы всегда бы этот прямоугольник просто могли бы отнормировать и перевести в квадрат. Вот. И мы бы, в принципе, могли бы даже посчитать площадь под кривой в этом прямоугольнике, да,
и просто отнормировать ее на площадь этого прямоугольника. Ну, как бы, чтобы у нас нормированные были площади всегда, сравнимые между собой. Но вот мне кажется, что вот в такой постановке может быть даже, ну, интуитивнее. То есть вот, вот в этом квадрате приходится внутри рисовать еще вот это разбиение на число объектов. Ну, то есть как бы тут две немножко операции, собственно, вот эта раскладка по объектам и нормировка совмещены в одну. Вот. При том, что и так концепция такая не совсем простая. Вот. И вот это совмещение два в одном, как бы, может быть, ну, хуже, если, чем если бы мы рисовали прямоугольник. Вот, понятно, вам понятно, как это выглядело бы, если бы мы просто рисовали прямоугольники, да? Каждый объект бы соответствовал единичному шагу по там, какой-то из осей. То есть, ну, реально положительный объект соответствовал бы, ну, единичке по оси Y, а реально отрицательный единичке по оси X. Да, наверное, так было бы чуть, ну, очевиднее, про сколько объектов. Вот, потому что тут, я так понимаю, все в долях делается. Да. Здесь это делается в долях, совершенно точно. Вот. Немножко это затрудняет дело. Вот, ну хорошо. Значит, мы разобрались с конструкцией самого графика. Давайте посмотрим. Собственно, вот мы говорили, да, мы вот так разложили эти объекты, положительные разложили, отрицательные. И дальше мы вот как-то по ним должны пройти. Стартуя с точки 0,0 и там определить, по какому пути мы пройдем. Этот путь нам определит площадь. Хорошо, значит, как же мы по этим объектам проходимся? Для начала нам нужно разложить эти объекты следующим образом. Мы их... вот у нас классификатор что нам выдает? Он нам выдает как бы объект и лейбл на этом объекте. Ой, не лейбл, вероятность принадлежности к положительному классу на этом объекте. Вот. И, соответственно, мы знаем, что... Ну, и мы с вами также знаем, какому классу этот объект реально принадлежит. Потому что это тестовая выборка. Как бы мы можем сопоставить всегда вот какую вероятность наклеил наш классификатор на какой в реальности объект. И мы можем упорядочить объекты по убыванию уверенности классификатора, что это объект положительного класса. То есть мы просто сортируем наши пары по вот этой вероятности. Вот. Пара, как бы, вероятность объект, сортируем по вероятности. И у нас получается, вот, что с вероятностью 0,9 классификатор сказал, что это единица, а это был объект минус 1. Значит, дальше, следующее по убыванию вероятности. С вероятностью 0,7 он сказал, что это единица, но это реально единица. Хорошо. И так далее, и так далее. Вот эта штуковина понятна, что из себя представляет? То есть мы отсортировали реальные объекты по вероятностям, которые на них наклеил наш классификатор. Ну, соответственно, по признакам, которые мы в него передали. Вот. Понятно? Вот эта конструкция, назовем ее. Что мы здесь сделали? Меня сейчас слышно, прошу прощения? Да, сейчас слышно. Выкинул из конференции, из интернета. Да, да, эта конструкция понятна. Хорошо. Так, и дальше вспомним, а что же, собственно, мы хотели сделать с вами. Мы хотели сделать с вами, значит, что-то инвариантное к порогу. А точнее, пройтись по всем значениям порога.
Вот. Порог – это, ну, тоже как бы вероятность. Он может быть, вообще говоря, любой. Но понятно, что если у нас 6 объектов, ну, сколько, как вы думаете, у нас разумных порогов для 6 объектов? Ну, то есть мы можем взять порог там 0,83, 0,81, 0,64, 0,67, там, сколько, какие угодно пороги. Вот, но кажется, что... Ну, 6 порогов, наверное, для каждой. А-а-а. Вот, я бы сказал, что... Я почти соглашусь, то есть... Прям вот напрашивающихся порогов, наверное, 5, да, то есть между каждым из значений. Вот. А, вообще, слушайте, наверное, вы вообще правы. Если я просто не учел, что у нас две вероятности одинаковые, вот, и вообще их реально 6. То есть... Если они одинаковые, получается, мы здесь, если поставим перегородку здесь, здесь и здесь, это 4 внутренних перегородки. Вот. Между этими двумя уже не поставить, потому что они одинаковые. И можно еще немножко такие краевые случаи. Можно поставить порог меньше минимального значения и больше максимального. Ну, в принципе, никто не запрещает. То есть будут либо все единицы, либо все нули. Ну, почему нет? Тоже, строго говоря, ничего не нарушаем мы здесь. Все верно. Вот. Ну, и смотрим дальше. Значит, вот нам нужно по всем этим значениям порога пройтись. Вот. Мы как бы так удобно отсортировали по убыванию, поэтому мы спокойно можем идти слева направо. Первый порог ставим. Соответственно, получается, чтобы он был левее как бы нашей самой большой вероятности, ну, допустим, это будет порог 0,95. Вот. И тогда, если мы поставим порог 0,95, тогда как будет выглядеть, соответственно, наше предсказание Y с крышкой? Продиктуйте мне. Так, если это с вероятностью 0,9 минус 1, так, честно, немного... А меня слышно вообще сейчас? Да, сейчас вас слышно. Ну, он его классифицирует как где минус 1, если не ошибаюсь. Если с вероятностью, ну, порог 0,90... Если порог 0,95, значит, все, что выше 0,95, он должен отнести к единице с уверенностью. Да. Значит, здесь вообще все будет минус 1. Да, все правильно. То есть здесь все будет минус 1. Ну, ладно, пропечатаю, как бы пускай будет. Вот, все минус единица, если у нас порог 0,95. Вот, и давайте тогда подумаем, значит, если у нас порог 0,95, вот у нас по оси Y true positive rate и по оси X у нас false positive rate. Вот если у нас такие ответы и такая классификация, сколько у нас true positive rate вообще здесь? Прямая, которая проходит по оси X. Вот. В данном классификации, если не ошибаюсь. Ну, вот у нас, смотрите, у нас сейчас такая с вами ситуация. У нас с вами есть ответы правильные, и есть то, что нам выдал классификатор. И нам нужно сказать, какие метрики для вот такой выдачи, вот что такая выдача при таких правильных ответах означает в терминах true positive rate и false positive rate.
У нас правильно предсказанных, да, правильно предсказанных единиц. Сколько у нас тут? Единиц вообще ноль. Да, все правильно. У нас вообще числитель ноль. Вот. Потому что у нас вообще нет единиц. Поэтому по true positive rate у нас ноль. Что у нас по false positive rate? Так, еще раз, false positive rate – это формула, не помню. Доля неправильно предсказанных объектов. Ну, это, в общем, то, что было минус единицей, а мы предсказали как единицей. Ну, тоже ноль, потому что у нас, в принципе, не одна единица. Все правильно, все правильно. Поэтому мы с вами и стартуем из точки 0,0. Эта точка, она не просто как бы по договоренности какой-то, да, она естественным образом возникает, если мы ставим наш порог в экстремально левое значение сначала. Вот. Мы с вами ее получили, честно. Так. Не порога. Что, простите? Не порога, то есть, ну, вот мы, ну, поняли, что оно вот именно так классифицируется. Но на графике мы же не понимаем, что это значение именно 0,95. Но мы с вами, у нас задача пройтись, по сути, вот по всем разумным значениям порога. Вот. И как бы нам не важно, то есть, если это будет не 0,95, а 0,94, то есть это же ничего не поменяет. То есть нам неинтересно рассматривать разные пороги, которые, ну, по сути, ничего содержательно не несут. Они вообще никак не меняют выходы нашего классификатора. Пороги, которые близки к нашим вероятностям. Вот. А что вы имеете в виду близки к вероятностям? Ведь мы отнесли первую единицу к первый объект к классу минус 1. Вот, и, соответственно, мы рассматриваем порог 0,95. Угу. То есть, ну, мы, когда пороги выбираем, мы будем ориентироваться именно на вот эти вот на предсказания модели. Ну, конечно. То есть предсказания модели, они просто нам дают. Ну, по сути, так можно сказать, порогов бесконечное число, да, это вещественное число, то есть можно вероятностью любое как бы число поставить, и оно будет нормально совершенно порогом, сколько угодно знаков после запятой, но просто это не будет иметь никакого смысла. То есть осмысленными являются пороги, которые, ну, как-то меняют нам выходы, вот классификатор итоговый. То есть что-то больше, чем 0,9, потом что-то в интервале от 0,7 до 0,9, ну и так далее, и так далее. Или не очень понятен этот момент? Я собственно, эту идею говорил, что мы рассматриваем как раз пороги, которые, ну, находятся в этих интервалах. Вот, то есть, да, мы не ориентируемся, когда, в принципе, выбираем. Ну да, вот. Ну да, да. Вот. Ну, просто это не то, что вот мы тоже, ну, мы просто договорились, да, ну или вот, ну, как бы надо так вот ориентироваться. Ну, это понятно, почему мы так делаем, то есть почему мы, нам достаточно так сделать, рассмотреть по одному какому-то условному порогу из каждого из этих интервалов. И это будет исчерпывающая информация. Вот важно, чтобы этот момент был понятен. Чай, меня, наверное, порой не слышно. Да, что-то а сейчас... меня, кстати, со связью пропадает. Да, просто интернет плохой. Ага. В библиотеке. Ну, я сказал, да, все понятно. Понятно, окей, хорошо. Ладно, тогда, значит, двинемся дальше. Мы переставим с вами порог на следующее значение, которое нам что-то поменяет. Вот, допустим, 0,8.
как у нас изменится классификация в случае 0,8? Что здесь будет? Так, я подозреваю. У нас увидится одна единица, все остальные минус единица. Да, все правильно. У нас будет здесь единица, все остальное минус единица. Вот. И что у нас с вами происходит? У нас с вами, если мы теперь сравним такой выход нашего классификатора с реальными ответами, вот, у нас, вообще говоря, мы видим, что две всего возможности. У нас увеличилось на одну единицу количество единиц в наших выходах классификатора. И эта единица, она может быть либо true positive, либо false positive. То есть у нас всего два варианта. Вот. И вот добавив единицу таким образом, получается, в терминах нашего графика мы можем сдвинуться либо вверх, как раз-таки, либо вправо. Вот. То есть, переставляя порог таким образом, мы добавляем одну единицу, и в зависимости от того, чем эта единица была в реальности, у нас всего два варианта шагнуть по нашему графику. Мы либо увеличим счетчик как бы true positive, если эта единица была реальной единицей, либо увеличим счетчик false positive, если эта единица была минус единицей. Вот. Понятно ли это? И если понятно, скажите, что произойдет у нас на графике, вот в какую сторону мы по нашей рок-кривой шагнем, вот здесь вот, с добавлением этой единицы. При таких... Снимите. Да. Сейчас слышно? Да. Мы шагнем вправо, потому что эта единица не соответствует как бы, ни единице, правильно, ни к терму. Вот, да. False positive увеличится, да. А true positive останется без изменений. Так, да, да, да. Все правильно, все правильно. Вот. Дальше, значит, ну понятно, дальше мы порог переставляем на 0,6, допустим, да, теперь у нас этот объект тоже классифицируется как единица, опа, он реально был единицей, ну вот здесь мы делаем шаг вверх, вот, и таким образом мы с вами прошагаем по всем объектам и, ну, обязательно придем в точку 1,1. Вот. И, ну, здесь еще есть такой тонкий момент, ну, он тоже, если подумать, будет понятен, да, что если у нас, допустим, два объекта, которые имеют одинаковую вероятность, ну, то есть классификатор на них наклеил одинаковую вероятность, но они на самом деле разные. Вот. Ну и, строго говоря, непонятно, как вот их здесь упорядочить, да? Мы же сортируем по значению P, то есть вот так вот поставить или вот так их поставить. Но при этом от того, как мы их поставим, будет зависеть все-таки, мы шагнем сначала вверх, потом вправо, или сначала вправо, потом вверх. Вот. А это, извините меня, нам поменяет площадь под рок-кривой. Хотя, по сути, это какой-то наш случайный выбор из двух одинаковых вероятностей, как их вот поставить, кого первым, кого вторым. И чтобы этого не произошло, чтобы вот убрать эту зависимость, где ее возникать не должно, ну, логично, что в таких случаях мы просто делаем шаг по диагонали. Вот. Получается, ни тому, ни другому. Вот. И ясно с этим? Почему вот в таком случае, да, если у нас одинаковые вероятности, но
объекты разных меток, почему мы делаем шаг по диагонали. Да, понятно. А мой интересный вопрос, как мы, глядя на рок-кривую, определяем оптимальный размер, оптимальный, боже, порог? Вот. Ну, на самом деле, оптимальный порог, вообще говоря, это скорее вещь, которая должна приходить извне. Вот. Порог кривой, конечно, можно определить какое-то значение порога. Вот, ну, вот я бы так сказал. То есть смысл рок-кривой, он скорее не в нахождении оптимального порога. Вот как я бы себе это понимал. Он в том, чтобы сравнить классификатор. Вот. А порог это скорее вот что-то... ну, мне кажется, мы вот сами скорее должны понимать, какой нам нужен порог. Вот в тех же примерах, да, когда нам, допустим, нужно быть уверенным, то есть то мы вот что-то проклассифицировали как единицу, мы хотим как бы быть просто уверенным, что единица – это единица. И нам не важно, что мы не все единицы найдем. Вот. Это значит, вот бизнес-постановка задачи такая, что вот нам очень важно не ошибаться. И поэтому мы как бы выставляем высокое значение порога. Или наоборот, нам важно не пропускать объекты. Вот. Мы выставляем там пониже значение порога. Вот. А рок-кривая, она просто нам позволяет, ну, сравнить классификатор. Вот какая модель, собственно, лучше? Вот безотносительно дальнейших ее применений и бизнес-требований к конкретному порогу. То есть, резюмируя, у нас, ну, рок-кривая – это просто метрика, которая позволяет сравнить модели, и причем сравнить не на каком-то отдельно взятом пороге, как это делается да. В случае с F-мерой, например, той же, а посмотреть в сумме на всех порогов аппроксимированно, что у нас получается, грубо говоря. Да. Ну, все, те вроде идея чисто ясна. Угу. Отлично. Это очень важная идея. И... В принципе, вот мы с вами этот модельный пример так поковыряли, поразбирали. И я думаю, вот из этого примера, ну, тоже видно, да, вот почему как бы плохим значением рок-кривой площади под этой рок-кривой считается именно 0,5. А вот как должны выглядеть выходы вот здесь вот, чтобы у нас... Давайте так. Вот как должны выглядеть выходы, чтобы значение классификатора нашего, значение площади под нашей кривой было 0,5, и как должен выглядеть хороший классификатор. Наоборот. Ну, он должен давать наоборот. То, что он дает минус один, он должен дать единицу. Вот. Соответственно, как у нас должны быть здесь выстроены? Ну, чтобы у нас был более хороший классификатор. Да, чтобы вообще отлично. Ну, вот здесь должен быть один, следующий минус один, потом, соответственно, ну, все, умножить на минус один. Короче. Здесь минус один. Вот, смотрите. Почему такой классификатор будет, ну вот мы, так, там исходно, по-моему, здесь было 1,1, да? Да, по-моему. Да, потому что у нас было 4 на 2. Вот. Вы говорите умножить на минус 1. А почему такой классификатор будет идеальным? Ну, он будет близок к идеальному, потому что если, ну, мы, грубо говоря, вот у нас был плохой классификатор, который был хуже, чем случайный классификатор, а теперь мы сделали обратный, и, соответственно, он с вероятностью 0,9 определяет правильный класс. Ну, мы просто его как бы перевернули на графике, это то же самое, только, ну, не то же самое, это, как сказать, не обратная функция, просто оно сдвинется гораздо выше. Угу. Ну, вот это, не знаю, может, не получилось объяснить? Нет, я понял вас. Я отчасти с вами соглашусь. Вот этот классификатор, он был плохой,
Вот. У него площадь была вообще меньше 0,5 по графикам. И как бы, ну, это решаемая проблема. Сделать из него что-то достойное, как вы сказали, его просто перевернуть метки класса. То есть это контриндикатор, по сути. Вот. Но если говорить об идеальном классификаторе, вот у нас же здесь вероятность 0,7, а мы, домножив на минус 1, все равно как бы здесь получаем минус 1. Вот как бы выглядел теоретически, должен был бы выглядеть идеальный классификатор. Вот. То, что мы сделали, это подлечили существующий там очень простым образом. Очень правильно мы сделали. Вот. Но вот теоретически идеальный, какие здесь ответы должен выдавать? И теоретически самый ужасный, самый плохой. Какие здесь должны ответы быть? Я могу предположить, что самое хорошее будет, когда все единицы слева условно находятся, все минус единицы справа. То есть они упорядоченно идут. Да. Самое плохое, когда мы случайно подбираем. Потому что если предположить обратное, что самое плохое – это минус один и справа все единицы, то мы можем просто переобозначить, как до этого было сказано. Есть такое, да. Верно. То есть плохое в смысле неисправимое, которое нельзя исправить. Вот. И вот что у нас будет, когда у нас вот таким образом, да, выстроится, ну, когда, если бы у нас таким образом выстроились наши реальные метки класса, как бы мы шагали с вами по нашей рок-кривой? 4 раза вверх, потом 2 раза вправо, да. То есть прошли бы через точку 0,1. Да, через точку 0,1, совершенно верно, вот. А в случае, получается, ну, у нас тут четко не получится минус 1, плюс 1, минус 1, плюс 1, потому что у нас неравное число объектов, ну, там, если предположить, там, ну, как-то так, да, был бы классификатор. Я, наверное, даже вот так вот он был бы очень неудачным. Вот, и мы бы так случайным образом шаг вверх, потом вправо, 2 шага вверх, вправо и вверх. Ну, да. Вот. Все. Очень хорошо, что мы с вами это разобрали. Ну, все здесь понятно, да? Да. Отлично, отлично. Давайте тогда перейдем к калибровке. Вот. Мы с вами, значит, поговорили про вероятности. Вот мы с вами оперировали вероятностями, но вообще говоря, то, что мы получили какие-то числа с вами, которые там не отрицательные, которые на каждом объекте складываются в единицу, ну, с формальной точки зрения там они выполняют, скажем так, то есть они удовлетворяют необходимому условию, чтобы называться вероятностями, но недостаточному условию. То есть, ну, как бы они формально, можно их назвать вероятностями, но хотелось бы, чтобы они, ну, как-то в большей степени в реальности отражали вероятности, да? То есть не только формально подпадали под критерии, но и в действительности отражали вероятности. Вот в чем суть, собственно, калибровки. Вот. Вот калибровка важна, когда у нас, нам очень важны сами эти выходы, сами вероятности, которые мы получаем из модели. Вот если нам, можно даже от противного, если нам вообще не важно, вот нам просто нужен какой-то там лучший ответ один. Ну, тут можно даже, наверное, на примере какой-то многоклассовой классификации. Вот у нас есть несколько классов, вот, и каждому из них мы, ну, какую-то вероятность приписывает наш классификатор,
И если нам просто нужно выбрать лучший, нам не важно, как бы, что там с остальными классами и вообще какое это значение. То есть оно соответствует реальной вероятности появления этого класса или оно не соответствует. Нам просто важно, чтобы оно было как бы больше остальных. И все. Вот. И мы его выбираем и об остальном не заботимся. Но если, допустим, мы решаем там выдать кредит, нам нужно оценить вероятность дефолта, да, просто мы можем как бы в деньгах тогда померить, умножить эту вероятность на размер выданного кредита и посчитать там какие-то резервы с вами. Вот. Или страхование, ну, плюс-минус та же самая математика за этим. Или какая-то доходность на клиенте, да, вот если мы позвоним ему, какая вероятность, что он купит? Ну и мы как-то отранжируем, да, на кого потратить свое время, то нам как бы важно уже, что это за числа там. Нас интересует не только порядок на этих числах, а нас интересуют сами эти числа, вот как можно сказать еще. Вот. И значит, как нам что-то понять про эти числа? То есть мы можем... Во-первых, попытаться их оценить, да, посмотреть, насколько они вообще соответствуют реальным вероятностям. Это как бы оценочная часть. И дальше мы можем попытаться что-то улучшить. Вот, нас оценка, допустим, не устроит, и мы хотим лучше. Это уже, собственно, калибровка. Вот. И это две части сегодняшнего разговора про калибрацию. Мы будем рассматривать вам известный датасет с кредитами. Вот. Включался вам и в домашке тоже. Вначале предобработка. Как он называется? Ну, в общем, какая-то, да, кредитная история там. Так, значит, предобработка. Здесь есть такой момент, я не знаю, проходили ли вы, нет. Здесь есть дисбаланс классов, и в процессе предобработки можно поправить дисбаланс классов. Вот, а как это сделать? Ну, есть такой известный класс методов, смоты. Это когда мы просто синтетически, там, условно говоря, интерполируя между похожими, ну, между объектами одного класса, мы синтезируем, ну, объекты там, класса, которого не хватает. Вот. Если представить это просто на двумерной плоскости, вот у нас там одно какое-то одна область точек и другая область точек. В одной точек побольше, в другой поменьше. И мы просто, ну, берем там, где точек поменьше, мы просто берем и, ну, как бы генерируем еще какие-то точки внутри. То есть они там какой-то, можно сказать, что какой-то интерполяции по признакам других точек этой группы получается. Просто мы генерируем какие-то похожие близкие точки внутри как бы группы. Вот, для этого нужно установить Imbalanced Learn библиотеку. У меня она уже установлена, поэтому я просто запущу. Вот у нас было 700 на 30. Мы нагенерировали каких-то похожих точек. И, ну, я думаю, про эти алгоритмы, если вы еще не разговаривали про дисбаланс классов, до этого еще дойдет речь обязательно. И более подробно разберем. Сейчас не будем прям сильно на этом задерживаться, потому что хочется калибровку все-таки успеть. Вот. Значит, мы нагенерировали объектов, и, ну, мы взяли 10 там лучших признаков, нагенерировали объектов, и вот у нас такой, значит, 1400 объектов всего получилось. И мы будем смотреть на несколько моделей, вот, будем смотреть, насколько они откалиброваны, вот, пытаться подправить. В основном
наша основная рабочая лошадка будет полиномиальная СВМ. Вот. Остальные, ну, где-то на общих кривых мы на них посмотрим, но вот детально мы будем работать в основном с полиномиальным СВМ. Тут предлагается остальные детально разобрать, если есть время в качестве упражнения, но, боюсь, у нас может на это время не хватить. Ну, это не страшно. То есть, я думаю, мы на примере как бы СВМ все хорошо с вами поймем. Итак, давайте сначала формально, ну так, более-менее формально определим, что такое откалиброванные прогнозы. Вот если у нас мы предсказывали, значит, какое-то событие, у нас есть два события, и мы, значит, предсказываем, что одно из них одно из этих событий наступает с какой-то вероятностью X. А потом мы смотрим, вот у нас случилось там 10 раз мы запустили наш эксперимент, и у нас, допустим, варианты исхода этого эксперимента, это там события одного типа или другого. Вот. И мы предсказывали событие первого типа, там, 0, что оно как бы выпадает с вероятностью 0,6, а оно выпало там с вероятностью, оно выпало 7 раз из 10. Вот. И в этом случае получается, мы, ну, как бы недостаточно уверены в своем прогнозе. Модель слишком скромна в оценке вероятности этого события. Если же мы предсказываем, что оно выпадет с вероятностью 0,8, а оно выпало у нас там 6 раз из 10, то мы слишком оптимистичны в отношении этого события. Вот, ну, возвращаясь опять к бинарной классификации, вот, пускай это событие, о котором мы говорим, это как бы класс 1, объект класса 1. Вот. А если мы предсказали, что, ну, где-то 0,6 вероятность события, и оно произошло 6 раз из 10, ну, действительно, модель хорошо откалибрована. Вот насколько понятна эта идея оценки, ну, откалиброванности нашего прогноза? Идея понятна, только как она на практике реализовывается. Хорошо, да, сейчас посмотрим, как это реализовывать на практике. Так, соответственно, значит, нам нужно... мы калибруем вероятности, да, поэтому, вообще говоря, во всех методах нам тут основное, с чем мы будем работать, не просто выходы, не лейблы, а именно predict-проба. То есть нас интересует вероятность. Вот. Мы берем, ну, как бы там у нас, условно говоря, два столбца будет выдавать этот predict проба вероятность класса 0, вероятность класса 1. Мы берем столбец, ну, как бы второй с индексом 1. Это вероятности первого класса. И с ними будем работать. Вот тут их так определим, потому что мы будем детально смотреть именно на SVM с полиномиальным ядром. Вот. Значит, мы можем что сделать? Мы можем посмотреть на это все с точки зрения метрик, можем посмотреть на это все графически. Вот начнем мы с метрик. Первое – это log-loss. Значит, и логлосс у нас, ну, он так здесь записан, можно через скобку Айверсона, да, что м-
Вот мы с вами, по сути, мы с вами, когда говорили про логлосс, мы говорили, что в каком-то смысле это сравнение двух вероятностей. Вот это можно рассматривать как сравнение двух вероятностей. Для каждого объекта как это будет выглядеть? Вот есть вероятность, что это объект класса 1, есть вероятность, что это объект класса 0. Реальное распределение – это, ну, как бы, если это единица, то, значит, это 100% вероятностной массы, как бы, в значении 1 и 0, где 0. Все, это такое дискретное вырожденное распределение, истинное. И, значит, нам модель что-то выдает. Мы вот это вот истинное распределение сравниваем с тем, что нам выдает модель. Она, допустим, выдает как бы 0,4 на 0,6. Да? И по сути мы говорим, что ну, там, где идеально ты должна выдавать распределение 0 здесь и 100% здесь, ты выдаешь 40% здесь, 60% здесь. И вот на это вот величину расхождения между двумя вероятностями мы как бы модель ну, либо штрафуем, либо здесь мы просто используем это как метрику, мы просто подсчитываем по всем объектам вот такое расхождение, да, между как бы истинным распределением и тем, которое нам выдала модель. Вот здесь есть примеры, как считается там логлосс, и его отличительная особенность в том, что он, понятно, снизу ограничен нулем. Если там, мы предсказали вероятность 1, и оно произошло, и это действительно, мы на 100% были уверены, что это единица, это действительно единица, это 0. Но если мы на 100% или близко к 100% уверены, что это, допустим, единица, а это 0, то логлосс очень сильно взрывается вот на таких случаях. Вот для него очень плохо, когда мы в чем-то уверены и ну, как бы сильно неправы. При этом. Ну, то есть плохо быть очень уверенным и ошибиться. Вот, его значение, значит, логлосса в таких случаях сильно возрастает. Это, значит, его особенности. И, ну, мы можем посчитать, получается, как бы, чтобы посчитать, нам нужны реальные метки, и нам нужны, соответственно, нам достаточно в случае бинарной классификации вот этой вот, ну, мы все, как бы у нас все определено, если у нас бинарная классификация, мы передаем просто вероятности класса единицы. Вот, таких аргументов значит, достаточно, чтобы все у нас посчиталось. И мы для сравнения можем посчитать как бы rock-aup score. То есть для сравнения в каком смысле? Вот rock-aup, когда мы считали, мы с вами по сути вот нам здесь, это хорошая иллюстрация, нам же здесь неважно было вообще, насколько вот здесь вот, допустим, если бы 0,8 было число, у нас поменялся бы rock-aup с вами? Нет, мы другой порог брали. Ну да, то есть ну, у нас порог потом впоследствии, это тоже такая как бы внутренняя техническая переменная, да, она... Нам просто надо по всем разумным пройтись порогом, вот, и как бы все, мы про них забыли, они нигде не фигурируют. То есть у нас бы значение не поменялось бы абсолютно, rock-aup. И если бы здесь у нас было там 0,51 даже, то же самое значение. То есть нам здесь важен только порядок. Вот. Но с точки зрения логлосса, да, это все не так. Потому что ну, как бы, если этот объект был реально там один,
то там вот это лучше с точки зрения логлосса. Вот. Здесь мы, у нас минус 1, а мы как бы 0,6. Ну, если бы мы вот такое значение здесь сделали, у нас бы опять ничего не поменялось в терминах рок-аук, но логлосс мы бы сильно испортили. Потому что мы как бы сильно достаточно уверены, что это единица, а это на самом деле минус 1. Вот. Понятно это, как перекликаются здесь рок-аук и логлосс? Не совсем просто, но да, вроде бы в целом. Ну да, это тонкие моменты, но важные. Вот что логлосс, что рок-аук, как бы очень и важные штуки. Вот здесь такая простая иллюстрация. Вот здесь мы как бы портили даже чуть более тонко, портили логлосс и оставляли неизменным рок-аук. Здесь так достаточно грубо. Просто мы на 4 поделим, да, вот если бы мы взяли и все вот эти значения поделили на 4, у нас бы тоже порядок бы никак не поменялся. Мы бы точно так же по нашей кривой шагали, как шагали. Но при этом, понятно, логлосс был бы другим. Мы можем убедиться в этом на примере. Вот рок-аук вообще не поменялся, но логлосс стал хуже. Больше. Дальше. Можно посчитать, так сложно здесь немножко называется, Бриер скор, но по сути это как бы такое нестандартное название вот в такого рода задача для МСЕ. Мы можем просто посчитать, по сути, МСЕ между предсказанными вероятностями и метками класса. Ну, когда-то может быть полезен логлосс, когда-то Бриер скор, вот, но всегда можно посмотреть и на то, и на другое значение. Вот, и та, и другая – это разумные метрики для оценки проблем с калибрацией. Ну, понятно, что у него здесь немножко другой диапазон значений, он сверху ограничен единицей. Если мы на всех единицах скажем, ну, для каждого объекта получается, для каждого объекта единица, но мы потом нормируем на количество объектов, поэтому он, в принципе, как бы не превышает 1 никогда. Давайте посмотрим, что у нас по этому спору. Ну, 0,21. Окей. Вот. И такая более такая вещь, в чем-то любопытная. То есть обычно визуальные какие-то объяснения, они проще, что ли. Вот здесь, чтобы стало все наглядно, немножечко нужно вникнуть в концепцию. Вот. Для начала. Как можно графически оценить эту откалиброванность? Вот опять же, возвращаясь к определению, у нас хорошо откалибрована модель. Если мы говорим, что объект принадлежит классу 1 с вероятностью 2 третьих, то в 2 третьих случаях там, это действительно так. Вот. Можно обратно немножко с обратной стороны на эту логику взглянуть и сказать, окей, что это означает? Вот это означает, что если мы возьмем все объекты, которые мы, значит, предсказали с вероятностью 2 трети, то из всех этих объектов две трети из них реально должны быть единицы для хорошо откалиброванной модели. Вот. Если мы возьмем все объекты с вероятностью 1 третья, предсказанные нами, ну, для хорошего откалиброванного классификатора, наверное, среди этих объектов, ну, где-то треть действительно должна быть в реальности единицей. Вот. Но
Проблема в том, что у нас вероятности не такие ровненькие, да, у нас не две трети, не одна треть, у нас там какие-то действительные числа, поэтому, ну, грубо говоря, надо их там округлить до чего-то, вот, ну, бинаризовать условно, там, какую-то дискретизацию сделать. Вот. Ну, просто там все, что между там 0,5 и 0,6, запихиваем в один бин, говорим, это все бин 0,5-0,6, там, потом 0,6, 0,7, вот, и смотрим. Вот у нас, допустим, какой-то получился бин, там, 0,6, 0,7. Туда попали все объекты, которые предсказаны, для которых предсказаны вероятности были, там, 0,61, 0,63, 0,67. Вот все это попало в бин 0,6, 0,7. И дальше мы смотрим. Все их собрали, сколько их там было, и посмотрели, сколько там реально было единиц. Вот. Сколько там реальных единиц было, да, по правильным меткам посчитали. Вот. И сколько там для хорошо откалиброванного классификатора должно быть единиц, если мы находимся в бине 0,6-0,7. Какая доля? Ну, я мог сейчас неправильно ловить идею, но по идее, ну, что-то между 0,6 и 0,7. Да, все правильно, 0,65. Ну, например. Или тоже 2/3. Нет, почему 2/3? А почему? Ну, если у нас доля между 0,6 и 0,7, вот, то... А, ну да, кстати, это все, я, сори, да-да-да-да-да. Ну, просто так совпали числа, вот, я не специально. Примерно 2/3, так и выйдет. Вот. И как бы... Если, понятно, эту идею обобщить на все бины, то получается, что вот мы набрали какие-то объекты, да, вот по оси X у нас предсказанные вероятности. Ну, по сути, бины. Вот центр этого этого отрезка, это центр нашего бина. Вот в этот бин попадают все объекты с вероятностью от начала бина до, соответственно, конца этого бина. И вот для идеально откалиброванного классификатора, да, получается число реальных единиц вот среди этих объектов для этого бина должно лежать на розовой точке, для следующего на розовой. На розовой понятно, что они все ложатся просто в линию y равно x. Понятно, почему они так ложатся? Ну да, потому что они в идеале соответствуют предсказанным нам значениям. Да. То есть здесь вот бин какой-то с самыми низкими вероятностями. Ну и реально, то есть там, допустим, 0, 0,1. Соответственно, середина это 5%. Ну, соответственно, если мы по этим объектам предсказывали 5% вероятности, если мы вот посмотрим на 100 объектов, которые мы так напредсказывали, ну, там где-то должно быть 5 единиц реально среди них. Вот. И так для каждого. Но там могло быть, естественно, не 5 единиц реально, вот, а сколько-то. Получается, сколько их там реально было, это желтая кривая. Ну, как сказать, кривая. То есть это точки, у нас тут все дискретное, но по ним мы можем провести как бы кривую такую. И это и называется диаграмма калибровки. Вот. Давайте подумаем на этой диаграмме калибровки, как бы выглядело... Так, сейчас. Давайте посмотрим на вот пример неидеальной калибровки. Несмотря на то, что здесь есть пояснение, даже с пояснениями это все равно как бы, может быть, не сразу понятно. Вот, ну, то, что мы отклоняемся от y равно x, понятно, что здесь какая-то проблема, да? Это уже
ясно, что проблема есть. Вопрос, какая и почему? Как бы вы интерпретировали, в чем здесь проблема? Что здесь происходит плохого с нашим классификатором? Я немного совсем не понял, но мы же на предыдущей картинке тоже отклонялись от идеального классификатора. Почему там хорошо, а почему тут плохо? Не-не-не, здесь тоже плохо. Все правильно, здесь тоже плохо. Идеально это когда у нас y равно x. Вот. У нас, вот забегая вперед, у нас могут быть разные конфигурации. Вот у нас может быть так плохо, может быть так плохо. Вот. Здесь тоже это как бы типа вот идеальный пример розовой точки и реальный какой-то пример, что вот в реальности у нас все там не идеально, скорее всего, какое-то есть отклонение. Вот. Здесь оно такое более явное, просто более ярко выраженное, но проблема такого же характера, я согласен с вами, как на предыдущей картинке, то есть направление тоже, просто степень больше. Но в чем она заключается? Мы тут недооцениваем вероятность. Вот очень-очень тонко здесь. Вот навскидку, то, о чем я говорил, это тот случай, когда графическое представление сначала может даже быть таким обманчивым. Вот хочется сказать действительно так. Но давайте посмотрим, так ли это на самом деле. Вот что у нас происходит, вот здесь, допустим, да, где там серенький такой столбик нарисован. Вот что у нас происходит в этой точке? Это бин, скорее всего, какой? Это бин тот самый 0,6 на 0,7. Правильно? Не совсем понятно. К сожалению. По оси x у нас оценка вероятности. Наша, которую мы... Который классификатор выдал. А по оси y у нас? По оси y это у нас, как бы это сказать, то есть ось y, она здесь скорее для того, чтобы... Сейчас. Она для того, чтобы нарисовать идеальный классификатор. Идеально откалиброванный классификатор. Вот. То есть у нас получается... Так, сейчас, одну секунду, как бы мне лучше дать вам интерпретацию оси Y. И можем ли мы вообще сказать, что нам особо она и не важна? То есть она у нас, можно сказать, это какая-то безразмерная ось. Вот. Она... Ну вот, смотрите, если мы нарисуем просто ось Y в такой же размерности, как ось X, то тогда мы сможем сказать, что вот на прямой Y равно X у нас располагается идеально откалиброванный классификатор. Потому что если мы посчитаем, вот нет, набрал вам, набрал. Ось Y, это у нас получается, она отражает эмпирическую вероятность, реализованную вероятность. Вот в чем здесь фишка. Да, то есть ось Y – это то, сколько у нас в реальности в этом бине
какое соотношение объектов 1 и объектов 0. Вот у нас, допустим, в бине там, ну, давайте рассмотрим вот этот 0,6, 0,7. Вот что здесь происходит? Здесь теоретическая вероятность 0,65. Вот. И для идеального классификатора эмпирическая вероятность тоже должна быть 0,65 по-хорошему. То есть из 100 объектов 65 должны быть с меткой 1. Но что происходит на самом деле здесь? Происходит здесь то, что у нас на самом деле не 65 объектов с меткой 1. То есть мы предсказали в среднем по этим объектам 0,65, а из них с меткой 1 оказалось сколько? Меньше половины. Меньше половины. Значит, там... наш... Ага. Значит, в чем проблема нашего классификатора? Он переоценил, получается. Да. Вот, он не недооценивает, а он наоборот переоценивает. Он слишком уверен. Он выдает там какие-то очень высокие предсказания принадлежности к классу 1, а в реальности мы смотрим, а там меньше половины единиц. Все верно. Вот. И вот такой вот обобщенный более случай проблем слишком уверенного классификатора. То есть здесь вообще все как бы сверх на голову. То есть получается для, значит, получается он очень уверенно предсказывает, что это не единица, а на самом деле тут полно единиц. А здесь он очень уверенно с другого конца предсказывает, что это единица, а здесь единиц меньше. Ну, как бы здесь вообще бин 0,95, здесь их меньше, чем 0,95 в реальности. Вот. И наоборот, неуверенный классификатор. То есть там, где это 0, действительно, он как-то неуверенно, ну, там, слабо предсказывает. Вот. А там, где это единица, получается, мы предсказываем там всего лишь, условно говоря, вот здесь вот это 0,85, а тут гораздо больше объектов класса 1. Вот. Вот, таким образом, еще как бы, да, как могут выглядеть неуверенный и как бы чрезмерно уверенный классификатор. Значит, неуверенный классификатор, он тяготеет к 0,5, вот, несмотря на то, что он мог бы как бы с большей уверенностью предсказывать, что 0 как бы это 0, 1 это 1, вот он боится слишком сильно там отклониться и все равно как бы тяготеет к серединке, к чему-то безопасному. А слишком уверенный, он наоборот выдает либо 0, либо 1, и у него нет там какого-то промежуточного там баланса, что, ну, иногда это действительно там какой-то спорный случай, иногда все не так разделяется на черное и белое однозначно. Он этот момент проматывает. И давайте быстренько, если у вас еще буквально есть там до полдевятого время, быстро пройдемся, просто посмотреть на то, как это выглядит. Вот. Вот в реальной жизни, на нашей задаче, как выглядят наши диаграммы калибровки. И, ну, вот мы видим, что там у полиномиального СВМ действительно проблемы конкретные с калибровкой. И не зря мы его выбрали, наверное, в качестве подопытного. Вот. Есть над чем поработать. У КНН, ну и у реально базисного СВМ как бы проблем меньше. Ну, КНН, наверное, лучше всего откалиброван, получается, так изначально. Это Scalern,
Значит, есть такая библиотека ML Insights. Вот там такие графики называются Reliability Diagram. Вот мы можем построить такие диаграммы. Здесь у нас просто не очень много данных на самом деле относительно. Поэтому они такие получаются. Здесь что-то вроде доверительных интервалов отрисовывается. Как бы конкретно на этой задаче они выглядят не лучшим образом. На практике картинки получаются там поприятнее с точки зрения confidence интервала. Значит, зачем она вообще нам нужна? Мы здесь можем добавить какие-то дополнительные вещи, распределение, допустим, посмотреть. Вот. Мы можем вручную задать бины, да, если нам хочется как-то объединить редкие, допустим, вот, чтобы у нас более равномерно в бинах, получается, были в каждом бине более одинаковое число объектов. Вот. Воскалернее нельзя, то есть мне память не изменяет. Вот, здесь это можно. Ну, мы что-то попытались передать, не очень получилось, но просто факт в том, что можно задать вручную бины таким образом. Вот. Ну и можно также ну, так называемый loaded scaling использовать, чтобы получше посмотреть, что происходит в окрестностях нуля и единицы. Потому что там часто прячутся проблемы, вот, а на стандартной диаграмме калибровки этого не видно в стандартной шкале. Вот, ну, можем посмотреть, как бы, какие там числа у нас, все понятно. Быстренько поговорим, что делать, если есть проблемы. Ну, понятно, можно откалибровать. То есть, что такое калибровка? Это, по сути, поверх вероятностных выходов мы строим как бы новую модель, который говорим, вот на вход тебе вероятности плохие, а ты учись по ним выдавать хорошие. Вот и все, что это из себя представляет. Вот. И для этого мы можем использовать как отдельную калибровочную выборку, заранее ее выделив, так и можем на кросс-валидации это делать. Мы можем там обучаться там на 4 фолдах, допустим, на 5 фолде калиброваться. Вот. И таким образом как бы откалибровать эту модель. Какие есть методы калибровки? Значит, так называемая изотоническая регрессия. Название может быть страшное, на самом деле достаточно несложная концепция. То есть это мы фитим кусочно-постоянную функцию, вот, изотоническую, потому что она, по сути, монотонная, ее еще можно назвать, как бы на нее накладываются условия, чтобы она не убывала, уж коль скоро она должна хорошо нам аппроксимировать вероятности. Вот. Ну и как можно ближе там, была к точкам, нашим объектам. Вот. И в некотором приближении можно сказать, что мы там минимизируем вот такую вот задачку. И здесь вот есть пример там, линейной регрессии, как бы выглядела на этих точках, и как бы выглядела изотоническая регрессия. Она, значит, такая универсальный инструмент, вот, но может переобучаться. Давайте посмотрим, в эскалерне она есть, как она будет выглядеть. Вот, соответственно, здесь мы используем, значит, подход калибровочного датасета отдельного, маленького, выделенного. Посмотрим. Ну вот, мы ее так вот зафитили с вами. Вот, смотрели, как это выглядит на тестовых данных. Так, и, значит, посмотрели, как у нас эта наша диаграмма выглядит после такой калибровки. Ну, честно сказать, не знаю. Наверное, поверим, что получше, но
Не очень пока понятно, насколько. Так, давайте быстренько проговорим про еще пару методов, потом просто посмотрим на метрики по всем из них. То есть сигмоидальная регрессия – это мы просто выходы модели, по сути, прогоняем через сигмоиды дополнительно. Но мы у этой сигмоиды обучаем параметры альфа и бета. То есть это обучаемые параметры становятся. Вот. И, значит, этот метод уже с осторожностью следует применять на разных моделях. Вот он был придуман для СВМ, и как бы лучше всего работает именно для СВМ. Давайте посмотрим, собственно, как он работает для СВМ. Так, это у нас что? Тест. Видите, это не откалиброванное получается. Вот. А это после калибровки. Так. Интересно. Ну, здесь, наверное, как-то получше. На этом графике видно, что как бы точечки ближе к этой кривой Y равно X лежат. Вот. Давайте посмотрим, чего мы добились. Ну, не такого прям большого улучшения. Было 0,67, стало 0,66. Но, опять же, нам немножко не хватает данных в этих задачах. Вот, обычно докидывает эту вещь Терна-Флоу-Госса более существенно. Вот. Есть такая бета-калибрация, это некоторое обобщение лог-лосса, там вместо двух параметров у нас три, как здесь можно увидеть. Вот. И есть еще такой момент, что этот класс функций, он содержит в себе идентичное отображение. У нас может какая быть ситуация, что у нас модель неплохая изначально, а мы ее откалибровали и сделали только хуже. Вот, вот с бета-калибрацией такого риска нет. Если модель хорошая, просто у нас она сойдется, это бета-калибрация к y равно x, и оставит все как есть. Другие такого нельзя сказать. Вот. Ну, давайте посмотрим, что у нас тут получается. Значит, это опять то, что было до, это после. Ну, самое интересное, это то, ну, как бы сравним, что у нас по-разному получается подхода. Так, ну, да, здесь какие-то результаты, конечно, не очень впечатляющие, вот, ну, получается, нам помогла немножечко калибровка по плату, ну, поскольку это у нас СВМ, ну, остальные методы, ну, вот бета-калибрация там хотя бы сильно ничего не испортила, как-то изотоническая регрессия сюда не зашла. Вот, ну, окей, бывает. Ну и дальше, напоследок, здесь просто продемонстрировано, как проводить калибровку при помощи на кросс-валидации. Вот, в эскалерне есть такой метод. Чуть дольше работает, естественно, потому что это кросс-валидация, но зато у нас больше данных, и кажется, что, честно говоря, вот изначально у нас SVM совсем как-то ужасно выглядел. Вот здесь через кросс-валидацию за счет того, что мы использовали больше данных, по сути, при обучении, да, ну, по итогу вот эти вот диаграммки, особенно, ну, кстати, вот при таком методе обучения, да, изотоническая, на кросс-валидации изотоническая выглядит даже лучше всех остальных, то есть ближе к прямой y равно x, что, собственно, подтверждает гипотезу о недостатке данных просто. Вот.
Ну да, таким образом здесь мы можем сравнить вот разные варианты калибровки, как на одном графике посмотреть, что получается лучше. Вот, ну, в целом, наверное, все. То есть, получается, мы полсеминара с вами поговорили про рок-аук, но это очень хорошо, я очень рад, что мы так это все глубоко разобрали, и нам это пригодилось потом в идейном понимании калибрации, что это такое, зачем это нужно. Вот, ну, то есть пример получился такой, может быть, не до конца убедительный, но вот здесь вот при большем количестве данных я надеюсь, что это более очевидно преимущество калибровки. Вот, и я надеюсь, что все вот эти нюансы с калибровочными диаграммами тоже станут понятны, и вы сможете хорошо, правильно их читать и интерпретировать при необходимости. Вот, если какие-то еще вопросы есть, рад буду обсудить. Извините, я вот, ну, наверное, это можно не под запись, чтобы коллегам не увеличивать время просмотра. Вот, я вот в Телеграме спрашивал, там несколько моментов есть по градиентному спуску еще, вот, точнее, хотел. Вот. Ну да. Вот, это можно будет сейчас обсудить, если есть такая возможность? Да, конечно, давайте обсудим. Вот. Но под запись будет, да? Ну, можем, да, может быть, еще кому-то будет интересно, почему. Ну, вот, ну, то есть, возник вопрос, то есть, ну, вот, мы получаем, ну, как я там писал, когда считаем градиент, две, ну, то есть, точку с, получается, двумя обрывными переменными, вот, двумя координатами, ну, как бы, треть координат, понятно, это вес, вот, ну, как нам, ну, собственно, мы знаем, что градиент нам определяет направление и скорость, в которую, собственно, какой скоростью и направлении у нас будет убывать функция. Вот, вот как нам вот эта вот координата, она дает понимание того, что, ну, как из этих трех координат мы понимаем скорость и направление, вот, куда убывает функция. Ну вот, тут, мне кажется, лучше думать сначала про, условно говоря, функцию от одной переменной, да? Ну да, вот. И затем обобщать это. Ну, опять же, даже функции с одной переменной, то есть, ну, вот мы, допустим, возьмем самый простой пример, там, с параболой какой-то, или равно x квадрат, вот, то есть двумерное пространство. Мы, чтобы понять, в какую сторону убывает функция, мы берем производную, вот мы получаем, что x равно 2x. Вот. Да. Ну, и когда, ну, и вот, ну, что дальше? Вот, ну, мы знаем, что вот есть функция, соответственно, которая у нас бывает, ну, в данном случае растет парабола. Вот, в зависимости от того, на каком участке мы находимся. Вот, ну, но мы же получаем здесь функцию, не точку напрямую. Да, не точку. Вот, но у нас, по сути, у нас с вами зависит сейчас. То есть у нас производная различная в разных точках. Вот. То есть она от y равно 2x, это правда. Ну, как вы правильно сказали, это функция. И она в зависимости от того, вот где мы, в какой точке параболы мы смотрим производную, да, в каком x, по сути, у нас эти 2x превратятся там либо в что-то большое, если мы далеко где-то, далеко по x ушли, там она очень сильно убывает, стремительно. Вот. А если мы близко к нулю, если мы просто смотрим y равно x квадрат, если мы близко к нулю в терминах x, там функция, ну, там 2х, это тоже маленькое значение, близко к нулю. Вот. Ага, это, то есть, да. По аналогии с производной, конкретная точка антиградиента, это то, с какой скоростью растет, ну, или в случае антиградиента, бывает функция определенной точки плоскости. Ну, да, да. А. И, соответственно, ну, если мы, предположим, посчитаем все функции антиградиента, это будет очень много плоскостей каких-то. Ну, в случае, если мы
в случае с параболой возьмем много производных, посчитаем в разных точках, пускай с шагом одна единица, у нас будет очень много прямых касательных к параболе. Вот. А если мы посчитаем очень много градиентов, то у нас получится очень много плоскостей. Да, у нас получится Который просто будет меняться. Ну все, вот, теперь вроде понял. Спасибо. И вот еще один момент, если есть возможность. Вот мы его, помню, объясняли, но немного не до конца я понял, очень кратко. Mm-hmm. Вот чем у нас сейчас отличается фит от трансформа? Вот смотрите, фит – это, ну, допустим, каких-нибудь стендерд-скейлер, да? Ну да, вот как раз задача, когда мы нормализуем данные, вот когда мы X-train, когда мы работаем с тренировочной частью выборки, мы используем и fit, и transform. Uh-huh. А когда вот работаем с тестовой частью выборки, мы используем вот только fit. Сказал, с тестовой мы используем transform. Вот fit, только transform. Да. Вот, смотрите. Вот, допустим, сейчас. Вот, допустим, у нас какая-то простой случай, рассмотрим, один признак есть. Всего один признак. И он принимает значение, допустим, у нас на трейне с вами там три объекта. Вот. И у нас признак, допустим, значение на первом объекте 2, потом 3, ну и потом, ну, я не знаю, там снова 2, допустим. Вот. И у нас, допустим, метки 0, 1 и 0. Вот. И модель понимает, что, ну, вот у нас признак был 2, стал 3, как бы метка поменялась с 0 до 1. Вот. Потом опустился снова до 2, у нас метка снова стала 0. Давайте не 2-3-2, а 2-4-2, чтобы просто было. Вот. Хорошо. Значит, на тесте мы с вами давайте придумаем два объекта. А это будет 0 и 1. Да? И так, чтобы нам такое придумать на тесте? Вот если мы train с вами стандартизуем, что у нас получится? У нас разделится на 4, получится 0,5, 1 и 0,5, да, наш признак принимает значение. Да. Вот. А допустим, на тесте у нас значение признака 4 и 8. Так, вот у нас на тесте два объекта, 0 и 1. И вот у них, нет, не так. Давайте так, у нас на тесте 2 единицы. И у них значение признака 4 и 8. То есть у нас, в принципе, такой признак, вот, что все, что выше 3, вот у нас такой вид зависимости, что все, что выше 3, это как бы класс 1. Все, что ниже 3, это класс 0, да. И что у нас получится? Вот если мы, допустим, отдельно стандартизуем train и отдельно стандартизуем тест, тогда в тесте у нас все поделится на 8, и у нас нормированные признаки будут 0, 5 и 1. Согласны? Да, почему на 8? Самый большой. Потому что, если, как вы сказали, если делать на тесте fit predict, то значит мы берем и нормируем как бы на весь тест. Ну, то есть мы берем все, что в тесте. У нас вообще здесь несколько вариантов есть. То есть мы можем отдельно сделать fit predict на трейне, отдельно fit predict на тесте. Так? Fit transform, наверное. Fit transform, да. Mm-hmm. Мы сейчас про этот случай говорим. Mm-hmm. Мы можем сделать fit transform на всей выборке.
вообще на все, и на трейн, и на тесте, сделать фит, точнее, на всей выборке, а потом сделать как бы трансформ на трейне и трансформ на тесте. Вот по статистикам, посчитанным по всей выборке сразу. Вот это, наверное, даже более тонкий случай. Вот сейчас мы разбираем то, о чем вот вы сначала сказали. Если сделать фит трансформ на трейне и фит трансформ на тесте. Значит, по тесту он свои статистики посчитает, по трейну свои. В зависимости от объема выборки и прощупки. Ну да, то есть какие... Да, понял. Вот, на трейне, значит, максимум 4 у нас, мы это посчитали, на него поделили, там 0,5, 1,05 получили. На тесте у нас максимум 8, на него поделили, получилось 0,5 и 1. И видите, да, в чем проблема? То есть у нас в данном случае эту единицу, а у нас наша модель классифицирует как 0. Вот, потому что она относительно теста как бы отнормализовалась, и она не понимает, что, ну, в реальности это оба большие числа относительно. Если бы мы нормировали по статистикам трейна наш тест здесь, то мы бы поделили на 4, и мы получили 1 и 2 на этих объектах. Тогда бы она вообще была бы супер уверена вообще на втором объекте, что это единица, ну и на первом бы тоже выдала, что это 1. Видите проблему? Или остался какой-то немножко? Вроде, на самом деле, вроде бы идею хотя бы уловил, что мы, ну, скажем так, нормализуем по трейновской, по тренировочной, прошу прощения, выборке, вот, а потом эту нормализацию применяем также к тесту. Ну да, потому что иначе она не поймет модель масштаба, да? То есть она обучалась как бы, ну, на одном масштабе, а мы потом, ну, стираем, по сути, этой нормализации информацию о каком-то новом масштабе. Вот. И она не понимает. То есть, если мы нормализуем, она смотрит, что ей пришли 0,1 и 0,5 и 1, и она мыслит об этом, ну, что это вот как бы 0,5 и 1, которые она видела до этого, да, на трейне. А то, что она видела, это было отмасштабировано по четверке. То есть, по сути, что у нас получается? По сути, можно так сказать, что мы одинаковые числа, мы обманываем модель. То есть она как бы видит одинаковые числа 0,5 и 0,5. А на самом деле за одним 0,5 стояло 2, а за другим стояло 4. Вот и все. Поэтому мы отдельно обучаем, ну, трансформируем тестовую, и отдельно получается, ну, как бы нормируем на, ой, да, отдельно на тренинг нормируем и отдельно на тест под свои параметры, чтобы у нас была, ну, одинаковая шкала везде. Наоборот, мы как бы используем параметры из трейна для теста. Вот. Вот если мы используем параметры из трейна для теста, то мы должны делить на 4, я так понимаю. Ну, в нашем примере. 2, 4, 2, вот. А там 8, 4 и 8. И вот, ну, в одном случае у нас получается значение 0,5. Соответственно, 1,05, а во втором 1 и 2. Да. Вот, но вот, ей это не помешает, никак классифицировать себе. Ну, это такой у нас как бы экстремальный случай. То есть в жизни оно все немножко тоньше. То есть у нас тут вообще как бы распределение очень сильно отличается. Ну, просто для иллюстрации, да. Ну, мы можем просто сказать, там, допустим, чтобы у нас за единицу не выходили значения, да, мы можем сказать, что все, что выше 1, это тоже 1. Ну, так вот. Двойку эту, как клемпинг такой сделать, клиппинг просто срезать. Все, что выше 2, это как бы точно 1. Ой, все, что выше единицы, там, это точно 1. Вот, в реальности у нас распределение этого признака будет очень похожим, ну, по идее, да, должно быть похожим и на трейне, и на тесте.
Но все равно оно может отличаться. Вот. Если мы каждый нормируем на свое, то у нас получится, модель будет видеть одинаковые числа, но ну, нормированные числа будут одинаковые, но за ними будут стоять как бы разные реальные числа. Вот. И это все равно плохо. На более тонком уровне, то есть там таких расхождений не будет, как мы с вами, да, вот в нашем примере. Но это все равно как бы плохо. Ну, вроде бы примерно понял. Вот идею, по крайней мере, точно. Угу. Ну, все это еще. Я что сам смотрю. Вот, спасибо большое, что объяснили. Извините, что сдержал так долго. Нет, это вообще это... удовольствием. Наоборот. Спасибо, что вопросы задали. На самом деле вопросы интересные. Вот. И с этой нормировкой, вот действительно, попробуйте на этом маленьком примере, что там здесь три объекта, здесь два, как бы одно значение признака, вот просто, ну, поиграйтесь, подвигайте вот эти все числа значения, вот, и, ну, вот на таком маленьком примере, мне кажется, легче до конца понять концепцию, вот, в чем здесь проблема возникает. Хорошо, но я еще посмотрю, вот, если вдруг задам вопрос, наверное, на Телеграме. Вот. Да, но да. Я думаю, что я сейчас разберусь, потому что идея понятна стала, что обучаем на трене, и, собственно, то, что обучили, и все параметры, на что делим, применяем на тесте. Вот. Да. Вот. Да. Хорошо, спасибо большое. Вам спасибо. До свидания. До следующей среды. До свидания. До среды.